очень широкий ассортимент молочной продукции, кисломолочной продукции для различных сегментов бизнеса. Здесь и хорика, здесь и бюджет, здесь и розничные торговые точки. Поэтому, в принципе, наше предприятие способно удовлетворить потребности любого запроса, что здесь представлено. Мы поставляем в Метро на территории Краснодарского края. Очень хотим выйти на регион Москва. И мы видим, что потребность бизнеса есть. Есть запрос и потребность, чтобы приобретать в Метро на территории Москвы, области и далее. Если мы говорим о территории Южного федерального округа, да, о месте нашего рождения, то мы работаем практически со всеми сетями, кроме X5. Это и Ашан, и Лента, и Метро, и Тандер, и Окей. Здесь, в Москве, мы работаем с Океем, мы работаем с Ашанами, ну и далее локальные сети через дистрибьютора. Мы, конечно же, идем по пути продвижения собственного бренда. Как исключение для партнеров Кусвилл и Сбёнка, мы вырабатываем СТМ под их торговой маркой. Но это исключение. Если говорить о сырах с плесневыми культурами, то мы начали их производить задолго до ввода санкций, то есть с 2006 года. И, конечно же, когда ввели санкции, немножко у нас расширились границы. Мы уже были готовы к замещению. У нас на тот момент уже существовало 3 позиции сыров с плесневыми культурами. 2 с белой и 1 с голубой. Сейчас, конечно же, у нас очень широко расширился ассортимент. Если мы говорим о новинках, у нас сейчас в линейке сыров с белой плесенью 8 позиций. Здесь и густо перфета, здесь и реблошон, здесь и сливочное удовольствие, и кубанили. Все сыры абсолютно разные по технологии приготовления. Они совершенно разных консистенций, вкусовых качеств, ароматик. По-разному ведут себя в процессе созревания. И мы сейчас говорим, что мы способны удовлетворить вкусовые запросы потребителя любые. Ценовая политика, которой мы придерживаемся, она зависит от многих параметров. И это значит, что это условия контракта, логистика, это объемы, это условия, которые говорят о отсрочке платежа. Это все, от этого всего зависит в целом конечная цена на продукцию. Если мы говорим о цене на полке, то все зависит от того, какова длинная цепочка была от нас, от производителя, до конечного потребителя. Поэтому, в принципе, она может варьироваться, и эта разница может быть.